У меня сначала был заяц, потом я сказал, что я олень. Вы олень? Да. Почему? Я не знаю. Вы так почувствовали? Нет, кстати, был участник, который сказал, я прям почувствовал себя рыбой, как я плыву, и у него действительно было слово рыба. То есть вы можете стать на мгновение оленем. Нет, это меньше оленя, что кто-то живет в поле или в степи. Так, а почему поле степь пришло? Ну не знаю, леса там нет, есть трава. Она зеленая. Хорошо. Это там бегает. Хорошо, отлично. Тихонько снять маску, посмотреть. А почему конь пришел? Да откуда я знаю? Конь. Конь и все, да? Конь и все. Ну хорошо, Артем. Что? Ваш. Конь ваш. Что это? Мой конь? Забирайте, да. Вот. Ах, это какой конь, а? Вот он какой, ретивый. Вот он такой северный олень. Да. Ну да, в поле бегал. И серый был. Станислав, а это не барс? Ну вот прям... Ну это по земле практически... Ну, вот оно не гладкое. Это практически можно было бы вам засчитать, Артем. Да? А детализируйте, что это? Ну большие зубы есть. Так. Да, уши тоже стоячие. Так. Ну... И это? Ну, рост где-то вот такой, где-то. Вполне, да. Может быть. Шерсть такая, немножко яркие пятна есть. Есть? Отлично. Тигр, что ли? Конечно, он. Да? Конечно. Ёлки-палки. Молодец. Так он мне раньше пришел-то. Так я же говорю, вы раньше и называете, иначе 2 часа будете сидеть. Ну вообще с ушами что-то. Вот такие. Молодец, прям показываешь. Ну, здорово. Ну вот уши есть, это точно. Ну, и сидит там. Можете снять маску, и он прям сидит так, и посмотрите. Заяц. Здорово, когда?